Дипломатическая миссия США представляет. Это был очень интересный опыт. Прекрасная возможность взять и снять кино всего лишь за 48 часов. Показать свою работу, свой труд, так сказать, свое детище компетентным людям. У тебя есть определенное время. Это такой вызов себе. Хорошая возможность испытать себя, свои силы, свои умения и навыки. Это расширяет и ускоряет кругозор режиссера. Мы вдохновляем самых разных любителей кино на создание собственных фильмов. Количество наших участников постоянно растет. Каждый год их ряды пополняются новыми лицами, а число интересных работ, снятых в рамках нашего конкурса, стабильно увеличивается. 2020 год выдался очень непростым. Но мы все равно уже в пятый раз провели центральноазиатский конкурс короткометражных фильмов 48-Hour Film Race. В этом году и без того непростые условия нашего конкурса были усложнены глобальной пандемией. Настроя не было, потому что как раз таки я болел. Все прошло, в принципе, гладко. Из-за пандемии на съемке не смогли присутствовать двое актеров. Пандемия повлияла не только на съемочный процесс, а повлияла практически на все. Опустевшие улицы, ни с кем не надо договариваться. То есть мы полностью творили, что хотели. Мы не смогли вылететь в другую страну. Замечательно. Несмотря на это, все трудности были преодолены. Съемки закончены, а фильмы смонтированы и отправлены нам. Когда все работы были получены и посчитаны, для участников началось томительное ожидание, а для нас, пожалуй, самый сложный этап конкурса. Была собрана отборочная комиссия, члены которой отсмотрели 300 полученных работ. Путем долгих совещаний и споров был отобран список фильмов, попавших в финал. ТОП-48. Несмотря на множество ограничительных мер, наши участники все равно порадовали нас отличными работами. В этом году в состав жюри вошли специалисты своего дела. Продюсеры, режиссеры, актеры и кинокритики из разных стран Центральной Азии. Это очень круто, что такие конкурсы позволяют проявлять свой креатив, позволяют показать свои возможности. Я удивлен, что за такое короткое время, то есть за 4 минуты, можно рассказать такие истории, очень интересные, смешные, иногда грустные. Очень интересные решения есть для меня, как для кинематографиста. И где-то 2-3 идеи я себе записал под корку, потому что очень интересно. Я думаю, что снять за 48 часов родит очень много новых крутых кинематографистов. Члены жюри из Казахстана посетили закрытый показ, а представители из других стран отсмотрели работы дистанционно. После того, как все ознакомились с нынешними финалистами, было проведено онлайн-совещание, где определились имена победителей. Если мы не выиграем, я просто буду радоваться за тех, кто выиграл, потому что ребята все молодцы, кто участвовал, и те, кто даже не попал в шорт-лист ТОП-48. Безусловно, мы расстроимся, если мы ничего не выиграем, но что ж уж поделать, это конкурс, работы действительно есть очень достойные, поэтому мы все поймем, и, видимо, нужно будет в следующий раз стараться больше. Мы уже почувствовали вкус ТОП-48. Я думаю, что мы будем стараться дальше, потому что каждый день рождаются какие-то новые идеи. Мы здесь не ради призов, ребята. В первую очередь мы надеемся, что вы посмотрите наш фильм, что он заденет вас, заставит вас о чем-нибудь задуматься. Если мы не выиграем, ну, блин, будем жить дальше. Что делать? Участие в конкурсе уже принесло, ну, лично мне, я думаю, всей нашей команде большой опыт. Придерживаюсь таких принципов. Творить без желания угодить кому-то. Снять фильм непросто, особенно за 48 часов. Мы гордимся каждым, кто принял вызов и довел дело до конца. Спасибо за ваши старания и энтузиазм, с которым вы подошли к съемкам. Каждый из вас – победитель, потому что вы справились с поставленной задачей и доказали себе и всем, на что способны. Оставайтесь такими же креативными, и пусть ваши будущие фильмы становятся только лучше. Мы с вами прошли долгий и трудный путь.
Мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе, особенно наших партнеров. Компанию «Технодом», Sony и New York Film Academy за предоставленные призы. Мы желаем удачи и будущих успехов всем, кто любит кино и создает кино с любовью. Увидимся в следующем году.